Пока пустующая арена. Задолго до начала в зале появляются первые зрители. Число желающих не только послушать, но и посмотреть на самую яркую вокальную десятку страны растет с каждой минутой. А для этих артистов аудитория самая важная. Чем больше аудитория, тем у артиста больше вдохновения прям нарастает. Побольше людей, которые любят наше искусство, дать людям энергию, дать им настроение. Не просто хор, скорее театр. Их выступления пропитаны особенной режиссурой. Творческий потенциал каждого солиста – синтез вокального и актерского мастерства. Безусловно, аншлаг и, как всегда, неповторимая программа. Уже с первой песни в зале звучат несмолкаемые аплодисменты. Участники обещают насыщенную программу, не только вокальную, но и хореографическую. Команда цела, но машина пришла на честном слове и на одном крыле. Артисты поют исключительно вживую, исполняя хиты более чем на 10 языках мира. За 20 лет концертной деятельности не устает экспериментировать с разными музыкальными направлениями. И для каждой новой площадки индивидуальный репертуар. Вот я вижу люди. Какие это люди? Какой социум? Какая национальность? Какой у них основной язык? Какая культура? Какой возраст? Какой город? И меняю программу. Вопреки классическому представлению о хоре, рушат каноны. Их выступление – своеобразный диалог со зрителем, пол и возраст которого не имеют значения. Ведь каждый из них найдет свою песню. Понравились все голоса у мужчин. Все очень разные. У кого-то низкий, у кого-то высокий. И все мне подмигивают, так приятно. Очень талантливые люди. Я вот только супруге сказал, говорю, небольшие хулиганы, но в хорошем смысле слова очень нравится. Набор всех оттенков голосов, вот эти песни, ну, их нигде не поют, никто не поет, а хочется иногда услышать. Лирический тенор, драматический баритон, бас профунда. За 2 часа представления продемонстрировали весь голосовой диапазон коллектива, который выходит за пределы 4 октав. Девушки, а девушки потом. Вероника Арапова, Шайна Абдулаев, ТВ-центр, Саратов.